тебя приветствую на Good Play, и это Hell's Life, игра Dungeon. И будем проходить ее, точнее покажу вам первый взгляд на нее, посмотрите, как вам понравится, нет. И надеюсь, у нас что-то получится. Так, создаем персам. Так. Ну, он обычный, что ли, будет? Создать. Ну, давайте пока что, наверное, нормал, да? Нормальный. Находи жестко. Мирная долина Невиас. Сезон за сезоном мир продолжал вращаться. Иногда тяжело под солнцем и дождем. Суровая, но справедливая жизнь лежит здесь, и типа остановлено время. До той ночи, когда это все изменилось. Из-под земли донесся грохот, нарушивший тишину. И какие-то адские звери вышли из недр земли, спускающиеся на нас. Деревня за деревней, убивая женщин и детей. Охваченный яростью ада. Сопротивление было бесполезным. Кто-то погиб, а кто-то разбежался. Осиротел и умер без погребения. Всякая надежда исчезла. Что мы могли сделать? Их поддерживали адские силы. И убивали всех, кто отказывался присоединиться к ним. Ни один смертный не мог победить их. Я мог видеть только один результат. Там, пораженный отчаянием. Если я хочу бороться с огнем против огня, мне пришлось продать душу дьяволу. Добро пожаловать среди нас, молодой новобранец. Вы не пожалеете о своем выборе. Вы должны забыть все свое прошлое. Выберите новое имя, пожалуйста. О, а здесь вот у нас создание пошло, да? Так, можно рандомное, да? Лица есть. О, демонские даже есть. Вон. Глаза. А, все, это все зависит. Еще даже. Скуповские. И какие у нас тут лысые. Так.
магия. Так, здесь Левиафан у нас делает, даст космическую энергию, типа, и Левиафан даст и создаст вас, типа, обычным волшебником. Так, Асмодеус. Асмодей. Это, получается, императрица похоти даст вам питаться страданиями, потому что вы будете бойцом ближнего боя. Ну так вот оно, нормально, да? Вон здесь Татан. Кирка. Там был, там кинжал. Ага. Антипринц. Да. Так, сделает вас могущественным воином. И придет Аус к тебе. Ты всегда будешь на краю жизни и смерти. Так, Баал. Хотя. Увеличить тени и яда. Неуловимый, оставляя за собой только объятия пьяных трупов. Ну или проклятых. И так, что у нас? Балзевул! Почему Бел? Балзевул? Топор. Так, здесь серп, да? Здесь серп, здесь топор. Так, Балзевул. Он генерал, получается, огня яростного. И у него будет физическая сила безлимитная. Офигеть. И также у нас Люцифер. Пошалкивал, да? Получается, упавший с небес. Свою физическую дают физическую силу и силу света. Ага. Что-то такое, да? Татан. Асмодеус. Проклятие. Не, что-то вот интересно, Асмодеуса. И магия. Левиафан. Баал. Проклятие тоже прикольное. Хочу вот это вот. Асмодеус. Давай, Асмодеус. Берем Асмодеус. Скинжал. Ну-ка. Очень хорошо. То есть мы выбрали какого-то своего демона. Выпей эту смесь и встань среди круга. Я подготовлю последний ритуал. Итак, все готово. Присоединись к нам. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. Я не могу сейчас отступить. Если придется потерять душу, так тому и быть.
куда надо двигаться. Булет. Так, есть несколько сражений, да? Ну, то есть, есть точка, куда можно сходить. Нам сюда. Который ты принес незнакомец. На нас напали, и если ситуация продолжится, нам придется бежать. И тебе. А ваша помощь, конечно, приветствуется. Я и будем думать, что дальше делать. Эй, ты действительно пришел снаружи? А, может, я чем-то тебе смогу помочь? Чем ты поможешь? Я был у могилы героев со своим внуком, когда на нас напали монстры. Мне удалось бежать, но я потерял из виду внука Аркадия. Нас хочет нас пройти, чтобы мы не спасли. Есть надежда, и я думаю, что не знаю, что с ним случилось. Но я хотел бы быть уверен. Помоги мне избавиться от сомнений, которые преследуют меня. Я вознагражу тебя. А, у нас есть. Так, миссия. Сражание с огнем и Аркадия. Вот. Давайте его выберем, да? Ну это просто. Так, о, активность. Вот эти вот перки у нас есть. Какие-то прокачиваемые. Так. Что у нас здесь? Вещи. О, левел, как видите, хп. Мана сколько у нас. Так, это силы. Лор. Настройки. Сразу же можно будет сменить нас, это сложность. Закроем. Итак, у нас получается здесь выход. Так, а это там библиотека. Вы находитесь в библиотеке региона, мой друг. Если вы найдете книгу, которая вам может вас спасти, не забудьте принести ее мне. Ты что, заметал, а нет? Показалось. Нет. А это таверна, да, как понимаю? Ой, старец какой-то. А, у старого целителя много работы в эти темные времена. Да поможет. Сохранить его Бог. У нас 20 голды. Давайте дадим 3 голды, да? Так, отлично. Извини за гостеприимство, но у нас мало мест. Поэтому лазарет немного переполнен. Поторговать можно, конечно. Рацион, да? Дает хп и маны. Давайте купим. Давайте купим. Так, 5 голды, да? Давайте 2 штуки возьмем. Так, вышли. Здесь. О, кузнец. Кузнец, молодец. Чуть тебе надо? Так.
90 голды, ритуальный. Получается, что это? Это коса ритуальная. Получше. У нас 1.3 сейчас. Идет атака. А здесь 3.8. А это 4.7. И критический шанс 2%. Надо заработать. Соточку голды, да? Ну чё, пойдем? Это надо какой-то прям... Вот это Том Кероис, да? Место. Такие места бадоновские. Эх. Так, давайте... Вот сюда. Двинем, да, вот сюда. Ничего прикольного. Так. Правой кнопкой, да? Куда нам двигаться, да? Что здесь? Ничего здесь нету. Угу. Ага. Этот справа преграждает замок некрополя. Требуется ключ от некрополя. Значит, нам этот сюда, да? Ага. Слева коридор ведет в парадную комнату. Ну, это вот так, да? Пойдем. А здесь что это? Здесь обломки. И пойдем дальше. Западня. Ага! Дух. Это первый дух, да, с кем мы сражаемся. Это, получается, полоса, индикатор времени, да? А это у тебя, получается, показывает... Использовать способность. Шанс 90%. Ну, давай. Так, вот это шансы у нас справа, да? Давай, атакуй. О, защита. Так, у него есть призрак. Экологический дамаг. Так, пробили. Одна из четырех есть. Регенерация. Первая победа. Первый левел, да? Так, выбор, да? Так, первое, это получается пандемениум. Регенерация маны и ХП. А второе, это критический удар, 4%. Ну я регенку. Нам еще всякие ящики, смотрите. Голда. Это повыпадало. Так. У нас шанс крауна, да, легкое оружие. Давайте, наверное, поменяем, да? Просто накидка какая-то. Так, все. Дальше идем. Боус. Двигай. Так, демонический получается постамент. Ну, давай молиться. Потому что мы часть демона. А за кого мы? Баал, Люцифер, Асмодеус. У нас же Асмодеус?
нас вот уровень, ну, не показывает, да? Отлично. Давайте ставимся, да? Что там такое? Злобные звуки разносятся по комнате. Можно поклясться, что они из этой гробницы. Давай откроем. О! Магия, быстрая атака. Ну-ка. Удар. 15. А, это зомби, ну 16. Так. Так, магическая атака 2 и 4. Информация. Давай так. Опа! Ах ты! Сейчас добьем. Летим. Отлично. Второй левел. Что там откроется? О! Давайте все заберем. А что у нас? Мана. У нас нет брони? Даже. Во. Просто какие-то обноски. А здесь вот броня хотя бы есть. Мана минус 2. Но здесь броня хотя бы есть. Дырка. Ключ. Некрополиса, который нам нужен. Ну, сейчас разберемся. Чего там? Ритуальная комната кажется тихой. Давайте будем искать, смотреть, что. И наверняка наткнемся на урода. Если нужно будет там что-то сила, вот нужно будет мана фляжка, либо хпшка. Окей, ладно. Так, это сейчас я хожу, потом они. Ну это по, как обычно, сверху. Так, мана, да? Давай оба. А сколько будет? Вот эти вот карты, они будут действовать именно в этом, получается, куда мы спустились, не к куполе, что ли, какой-нибудь пещере, а они, если мы выйдем из него, они все пропадут, эти способности. Так, танец крови, шанс на кровотечение 20%. И второе, демонический цвет. Получается, заработанный опыт будет плюс 25%. Я, наверное, закрою. Там далее посохи. Да. О! Дамаг, дамаг. Очень даже мило. 1, 2, 3, 4. А, ну это... Ну это не то. Для магов больше, да? Магов, да. Так. Какой себе. Магина, да. Это вот, если мы вырубили друг другого, да? Так, во. Левел, новая сила. Давайте вот это, наверное... Выстрел. Отлично. И пассивка, да, получается. Пассивные.
Анатомия. Так. А пассивка получается, вот этот мы с ним изучаем. Анатомическое видение. Вероятность кретения плюс 25%. То, что, короче, мы, в принципе, взяли, да? Интересно. Ну, давайте. Пока силы есть, да? Так, больше у нас нету, да, очков? А, мы сбросить можем все дело. Блин, ну интересное. Очень интересное. Сражения критические. Удары. Кардио. Монстрская. Ну, интересная игра. Кому нравятся такие? Есть где поковыряться и... Это там. Там забыл. Здесь что такое, что за место? Хранилище подношений должно быть заполнено ценными предметами, но из его доносится рычание. Давайте попробуем, да? Там наверняка будет творить здоровое. А? Асмодеус, форма Асмодеуса. Так, ну это здесь говорится о том, что вы когда убиваете врага, вы получаете демонические очки. Ну вот как у нас, например, каждая вот эта тварь, она по одному очку. 4 получается очка у нас есть, и мы можем демоническую форму принять. И можем, вот она. 4 демонические шанс кручения 40%, а у нас будет ХП уменьшаться, да? 10 атаки действует 30 секунд. Давайте попробуем. Демон. Так, все, давайте, наверное, попробуем. Страх. Трамбл, да? Давай сразу. Ну, вот этот откидывается. А, магия призрака. Давайте. А, жалко, что на призрака не. Хотя, какой там? Победа, да? В принципе, у нас 2 должно быть. Что там? Это ценное должно было быть. Ну, это палка магическая. Понятно. Ну, перчатки. Перчатки есть. Это хорошо. Радует. У нас бутыльки, помимо бутыльков, видите, у нас по 25%. Это, поели. Сейчас, в принципе, норм. Так. Что, мы двигаемся, получается, вот сюда. А, сюда мы не можем, да? Здесь нельзя. Тогда к некрополю двигаемся. Интересный предмет, игл. Давайте найдем. Что мы найдем? Давайте заберем. А, ну это магия. Это палочка магии. Опять же. Палки. Галки. И галки. Нет. Что здесь у нас? Ну то уже там.
Что там? Твари. Мы сейчас вам покажем. Так. Сразу давайте избавимся от зомби. Ну, там есть отписывать от накрывания. Там. Там тебя вот надо быть. Так, испуганно, да? Этим пробьем. Интересного нападала вилла 1.7. Смотри, а. Это все есть. Все есть, а. Что бы интересного сейчас надыбать-то. Идете по коридору, некрополь. Ну что поделаешь, надо идти. Пойдем. Это своего рода аномалия. Оттуда доносится эхо из далекого мира. И слушаем внимательно. Это да, послушали, да? Смерть, великая смерть, спасибо тебе. Без вас ничто не было бы, не имело бы смысла и вкуса. Спасибо тебе, что уничтожаешь все. Ну все, хватит. Комната внутри, где гробницы были разграблены, и внутри скрыты изнутри. Давайте поищем. О, попали в ловушку, да, получается? Нажать на три точки. Иди. О, нифига себе. Ну, в принципе, там нормально, быстренько так. Так, это могила. И посмотрите лучше, это братское захоронение. Зачем прыгать? Это что? Давай прыгать. А там, наверное, нифига зомби будет. О! Зомби, а это ревенант какой-то. Попад уже пилы, да? Крит, шанс кровотечения и дамаг. Давайте дамаг. Убиваем. Бабло. Так, штанишки. Нормальные. На руки. Защита. 3-4, да? Тяжелое оружие. Блин, нам бы, конечно, намного лучше было
Четкая. Легкая, да? Но, блин, у вас нету такого. Так. Медальон. Так, мы нашли медальон Аркадия. Трагическая, получается, судьба, увы. Так, это получается коралл бездны. Если его внимательно изучить, его можно будет изучить закономерности другого мира. Получается, весь для изучения. Интересно. Интересно. Дело. Дело. А что за момент? Так, ну это типа определенные плюшки для сражения. Это увернуться от атак. Дает тебе 50 урона процентов к жизни. Это к мане. 75%. Это получается у нас ярость увеличивает, а следующая атака будет резкой. А это получает дамаг все враги. Я бы сюда вот поставил. Вот это тоже все враги, чтобы получали дамаг. Получается ярость, мана. Ну и вернуться, да, в принципе. Это очень-очень нужно, по идее. Так. Все, мы забахали. Так, что у нас здесь? Активный, да? Надо что-нибудь... Так, Визивуль? Что там Визивуль дает? 30 секунд ваши удары ближним дают ярость. Больничьи очки. Ярость получается... Апокалипсис. 30 очков ярости, торнадо ударов поражает всех ваших врагов несколько раз случайным. Усталость на 7 секунд у нас потом будет. Так. В 20 секунд вы получаете удар в ближнем бою. Высаживаете жизни из нападающего. Сумма от уровня. Одноразовое использование. И это получается моментально. Что это? Это получается клубок Вильзевул. Близкая дистанция. Большая атака, поражаешь всех врагов. Урон в ближнем бою минус 40%. 8 секунд усталости. Блин, я бы что-нибудь, конечно, без усталости. Высасывание. Мы же на крови идем. А вот пассивку выберем. Попадание по врагу в ближнем бою, вы получаете 5% нанесенного урона в точку здоровья. Здесь, если это атаки, после атаки в ближнем бою, у вас есть 20% шанс нанести вторую атаку в ближнем бою. Немного меньше. Но это безопасность, можно сказать. Так, ну здесь урон в ближнем бою плюс 5%. И получается, здесь еще есть отсутствие ран. Когда противник получает урон на кровотечении, вы получаете 20 этого урона очкам здоровья. Вот это вот надо. О чем? О чем? Все по крови. Идем по крови. Это прям радует.
Так, Аркадия. Так, у меня есть Дарьон. И можно будет вернуться. Пошли. Когда Дарьон дедуля. Ну что, тогда махаем отсюда. Махаем, да. Я ждал этого, и все же, этот медальон будет единственное, что останется от него. Спасибо тебе за твой риск, и что ты проверил. Вот тебе деньги, и я надеюсь, тебе эти деньги помогут. У нас другие задания. Посмотрим, что у нас получается. 52 года лица. Я бы хотел поторговаться, да? Моя дорогая, давай поторгуемся. Давай хотя бы поторгуемся. Так, мне два голды, да? Вот это я хочу продать. Топоры. Один топор я продам. Посохи мне тоже ни к чему. Мы не маги. Фактически, да, маг, не надо вот эту тряпку на... Опять магия. Так, перчатки. Перчатки вообще ломаются? Нет? Нет. Да, отдаем. Броня у нас. Тоже отдаем. Палку. Кинжал еще один. Так, меч мы оставляем пока что. Копье. Копье. Пилы. Это нам нужно. 22 голды. Хотя мы можем продать. Но мне ничего. Давайте вот. Еды у нас тут надо. Ну, две штуки есть у нас. Пока что мы вот так сделаем, да? Ну, виллу можно будет. Ну, как а что там? Копье тоже. Так, у нас два задания, вот как я вижу, здесь чувака. Давайте сюда. С ним можно разговаривать. А подожди, а покупка там? Подожди. А, нет ничего. Продажа, точнее. А так, это... Ага, это дед. Ой, здесь какой-то еще дом на дереве. Интересно. Так, а, кузнец. Кузнеца мы хотели посмотреть. Ага. Вот он. 90 голды. Очень хорошее оружие, да? 3.10. А 10, 4.7. Да. Но у нас мы даже не сможем. Здесь две голды. Надо еще одно место, чтобы сгонять и купить. Например, мы смогли бы купить эту ритуальную, получается, dead point после смерти и сон. Ну, типа, шанс критического удара. 3-2. Ну, блин. Ну вот так вот, то есть игра, как вы поняли, вот такая вот, здесь что-то лора не вижу, никакого информации. И может вам понравится она при раскрытии полностью вот этих всех возможностей при сражениях с более мощными тварями. И не одной, потому что там бывает по три, и больше есть демоны помощнее. Так что решайте сами. Всем большое спасибо, что были со мной. Оставайтесь на канале. Не забудьте ставить лайк, комментарий, подписываться. И также подписываться на канал Трова. Он в описании будет. Информация. И там проходят именно стримы веселые, забавные. И, возможно, вам понравится. Всем удачи, готов. Всем всем хорошо. Всем пока-пока.
everyone, and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the Resistance. Join us.